«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Вновь пробил «Час Делягина» в эфире «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, я журналист комсомолки Евгений Черных. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, вот и закончилась череда праздников, и народ расслаблен. Как писал Булгаков, на поэта неумолимо наваливался день. Приступает к работе расслабленно, после долгого отдыха. И что с экономикой-то у нас сейчас? Такая же расслабленная или как? Ну, вы знаете, с экономикой все не так плохо. Как у бомжа в известном анекдоте, который собрался вешаться от ощущения общей безысходности и бессмысленности жизни. Глянь, окурок лежит. Он его с табуретки слез, его дососал. Чего смотрит? На подоконнике бутылка пива стоит, там на донышке еще что-то плещется. Ну, пиво тоже допил, и смотрит на петлю и думает, а что это я? Жизнь-то налаживается. Вот в первом квартале этого года экономический рост у нас составил 0,8% ВВП. Это очень и очень мало. Это совершенно недостаточно для поддержания социально-политической стабильности, потому что для этого нужно 5,5%. Но если сравнивать с прошлым годом, то окажется дивная вещь. Впервые с 2011 года остановилось замедление экономического роста, потому что эти несчастные 0,8% соответствуют уровню первого квартала прошлого года. Было 0,8%, и сейчас осталось тоже 0,8%. То есть экономический рост замедлялся, и уже в первом квартале этого года должен был начаться экономический спад. У нас вместо этого не просто нет экономического спада, у нас рост на прошлогоднем уровне. При этом, если смотреть по месяцам, январь-февраль рост 0,2%, это значит, что в марте чуть меньше 2%, а это уже существенно, это уже заметно. То есть у нас получилось некоторое оживление. Весь мир на нас вызверился, ну, вернее, весь Запад на нас вызверился, а нам стало лучше. Дальше промышленное производство. Очень забавная вещь. У нас в прошлом году был промышленный спад в первом квартале 1,2%. Причем этот промышленный спад сдерживался за счет естественных монополий. В этом году у нас промышленный рост 1,1%. Это мало, это недостаточно, гордиться здесь нечем. Но был спад, стал рост. При этом рост за счет обрабатывающей промышленности. Добывающая промышленность за счет сокращения потребления газа Украины и Европы, она Европа из-за теплой зимы. Украины из-за известного бардака, у нас драйвер роста – это обрабатывающая промышленность. Был в прошлом году в ней спад, а сейчас рост 2,4%. И если бы зима была не теплой, мы произвели бы больше тепла и энергии, и больше бы газа продали в Европу, и если бы на Украине не было бы нацистского переворота, то у нас был бы рост не 2,4%, я думаю, что 3,5% у нас был бы рост промышленный. Дальше смотрим, что происходит с торговым балансом. Положительное сальдо текущих операций платежного баланса Российской Федерации, торговля товарами, торговля услугами, сальдо зарплат, трансграничное движение инвестиционных доходов и все остальное, да, сокращалось, сжималась как шагреневая кожа. Должны были выйти в ноль в этом году. Бац, рост на 13,4%. Все хорошо. Отток капитала по черным схемам остался на прошлогоднем уровне. Отток капитала по серым схемам сжался в 4 раза. То есть бизнес начал предпочитать, если убегать, то легально. Сам отток капитала, да, 56 миллиардов долларов чистый отток капитала, это застрелиться из гранатомета. Да, ощущение такое. Это чуть меньше, чем в прошлом, позапрошлом годах. Это в 2 раза больше, чем в первом квартале позапрошлого года, в 1,5 раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Это много. Теперь смотрим по месяцам. Январь 17 миллиардов, февраль 18 миллиардов, март все ждали 40. Оптимисты ждали 30. В реальности в 2 раза меньше. 15,6. Тоже замедлился. Замедлился. Пусть и незначительно. То есть в марте ситуация улучшилась. И мы видим, что реальные проблемы, которые у нас есть, а реальных проблем много, они вызваны не мартовским кризисом. Они вызваны ослаблением рубля. Я оговорюсь. Ослабление рубля,
шло с середины октября по середину марта, только за январь-февраль в пиковом режиме оно составило 10%, даже чуть больше, ослабление рубля было необходимо для того, чтобы подстегнуть экономику. Знаете, как ленивую корову прутиком подстегнуть, она приподнялась и побежала. Но у нас эта девальвация делалась наихудшим образом. Во-первых, она делалась не в один день, как положено. Она делалась растянута на несколько месяцев. И еще будет делаться растянута на несколько месяцев. Это наносит максимальный ущерб экономике, но вызывает максимальную панику, но зато максимально полезно для спекулянтов. Как я понимаю, всякие либералы в нашем руководстве, они служат спекулянтам не Российской Федерации. Они заинтересованы в спекулятивных операциях, как это было в 8-9 годах. Когда за 6 месяцев ослабления рубля, вместо того, чтобы ослабить рубль за один день, как сделали и Польша, и Норвегия, и Казахстан, за один день ослабили рубль. У нас девальвация длилась полгода, за эти полгода мы потеряли четверть триллиона долларов. То же самое и сейчас. Отток капитала большой, потери большие, но не из-за Крыма, а из-за того, что эти люди работают не на Россию, а объективно работают на спекулянтов. При этом они делали еще публичные заявления о том, что Банк России снимает себе всякую ответственность за стабильность валютного рынка. Вот в этом стиле они делали заявление. Естественно, это всех пугало, спекулянтов воодушевляло. Именно поэтому у нас в январе был инвестиционный спад 7%. Это чудовищно много. Да, мы присоединились к ВТО, да, это разрушает инвестиции, да, это практически их остановило и привело к инвестиционному спаду, но 7% это реакция вот на эти заявления госпожи Юдаевой, Набиуллиной и прочего. А в целом по первому кварталу у нас инвестиционный спад менее 5%, потому что ситуация выправилась, потому что рынки привыкли к новому режиму, а с середины марта вообще пошло укрепление рубля. А при этом есть и хорошая новость. Вот же я строй вырос на 31% в первом квартале. Это потрясающе много. Да, это жилье в основном инвестиционное. Оно не для людей, потому что слишком дорогое для людей. Но эти квадратные метры построены и введены в строй. Ну и что они сегодня пустуют? Завтра в них можно будет заселить людей, когда государство начнет служить людям, а не глобальному бизнесу. Когда государство перестанет быть либеральным и станет нормальным, как оно должно быть социально-патриотическим. И демократическим при этом, разумеется. То, что власть должна принадлежать народу, а не глобальному бизнесу и не представителям глобального бизнеса на данной территории. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды». Мы обсуждаем состояние экономики. И оказывается, что дела не так уж плохи, как нас пугали. В первом квартале произошло улучшение. В апреле это улучшение продолжилось. Улучшение было куплено очень дорогой ценой. Ценой ослабления рубля. Ослабление рубля проводилось неправильно. Но даже если бы она проводилась правильно, в интересах общества, не спекулянтов, в один день, все равно был бы негативный эффект. Была бы встряска. Другое дело, что она длилась бы 2 недели, а не несколько месяцев. И второе, и что самое главное, ослабление рубля – это удорожание цен. Эффект от ослабления рубля сейчас слабее, чем даже в 2008-2009 годах. Свободных мощностей нет. Еще меньше, чем тогда. Тогда хоть что там было. Нет людей, которые сохранили трудовую мотивацию, способных чему-то учиться. Но сейчас, правда, придут беженцы с Украины, уже приходят, у них есть трудовая мотивация, но это временная поддержка. Инфраструктура перегружена, государство ее в должном объеме не модернизирует, потому что все деньги направляются на поддержку наших стратегических врагов на Западе, а не на развитие страны. Это вы намекаете на всякие там резервные фонды? Резервный стабилизационный фонд выводится из страны. Главный приоритет бюджета – это вывод денег налогоплательщиков из страны на поддержку наших стратегических конкурентов и прямых сейчас откровенных врагов. Петля Кудрина продолжает душить Россию. И мы к этому вернемся еще. Вот. Но даже в этих условиях мы видим некоторое улучшение ситуации. Другое дело, что девальвация нанесла удар по всем. И вот эффект от девальвации слабенький, слабее, чем раньше.
А плюс к этому чрезмерно высокие тарифы естественных монополий. Выше, чем в Америке, иногда выше даже, чем в Европе. Жить невозможно, не то что развиваться в этих условиях, поскольку нынешнему государству, нынешним либералам во власти плевать на развитие, им нужно обслуживать интересы глобального бизнеса, им нужно, чтобы здесь не возникли конкуренты глобальному бизнесу ни на каком уровне. Да, Россия превращается в выжженное поле вполне сознательно. В этих условиях девальвация может дать только ограниченный позитивный эффект, а негативный эффект остается прежним, импорт дорожает. Мы видели, в марте официальная инфляция подскочила в 3 раза. Было 0,3% в марте прошлого года, стало 1%. В апреле разрыв уменьшился, апрельская официальная инфляция не намного выше прошлогодней, но все равно выше. А я говорю об официальной инфляции, потому что это показатель, который есть. Хотите знать реально, умножайте на 2,5, а то и на 3. А иногда на 2, иногда бывает и так. Иногда бывают благоприятные обстоятельства. А естественно, это ведет к снижению уровня жизни населения. Будем называть вещи своими именами. Наш с вами уровень жизни снижается с лета прошлого года. Я думаю, если учесть, насколько официальная статистика занижает инфляцию, и если учесть, что миллионеры и миллиардеры дорожают в любой ситуации всегда, так устроена наша политическая и экономическая система, она, собственно, для этого и строилась, и она для этого существует, то реальные доходы 90% населения снижаются с лета прошлого года. Кто-то в этих 90% улучшает свое положение, да. Я говорю именно в целом. И мы с вами к этим 90% безусловно принадлежим. И в первом квартале этого года из-за девальвации масштаб снижения реальных доходов стал таким, что он стал заметен уже официальной статистике. Реальные доходы населения снижаются. Причем от месяца к месяцу разрыв с динамикой прошлого года, когда реальные доходы населения росли, возрастает. Если в январе разрыв составлял там 1,5 процентных пункта, то уже в марте он составлял 17 процентных пунктов. Грубо говоря, в прошлом году был рост на 9%, в этом году спад на 7%. Это официально? Это официальная статистика. Реальные доходы населения падают. На уровне поведения, поведенческом, это было заметно еще в ноябре прошлого года, когда взвыли торговые сети, что люди перестали покупать, люди стали экономить каждую копейку, люди стали сокращать потребление, чего не было даже раньше, потому что, скажем, в кризис 8-9 годов люди стали переходить с потребления в супермаркетах, кафе и ресторанах на домашнее так называемое потребление. А сейчас люди стали зажимать свое потребление как таковое. Это очень серьезная опасность. Это очень серьезная беда для миллионов семей в нашей стране. Потому что на общее ухудшение экономической ситуации наложился кризис потребительского кредитования. Раньше просили деньги на операцию, сейчас просят деньги еще и на кредиты. Огромный слой людей, которые в полном соответствии с заветами Фурсенко, вместо того, чтобы быть квалифицированными специалистами и профессионалами, получив диплом вуза, стали квалифицированными потребителями, то есть людьми, которые способны оформить в банке кредит и потратить его, но не способны даже задуматься, зачем это им нужно, нужна ли им вещь, которую они на этот кредит покупают, и главное, как они будут расплачиваться за этот кредит. Вот эти вот дети Фурсенко, они сейчас имеют по 5 и больше кредитов. Они берут одни кредиты, чтобы расплатиться с другими, естественно, долговая масса только растет, и они погружаются в эту трясину-пучину. Это не очень заметно по банковским балансам. Банки не любят показывать плохие кредиты, но это очень сильно заметно по поведению людей. У нас еще летом прошлого года появился потребительский терроризм, когда человек приходит в сферу бытового обслуживания или к адвокату, или к врачу, просит оказать услугу, ему оказывают услугу за денежку. И он абсолютно доволен этой услугой, потому что он потом к этому же человеку посылает своих друзей и знакомых с рекомендацией. Но он придирается к какой-нибудь несуществующей мелочи, закатывает дикий скандал, чтобы не платить сумму от 500 до 1500 рублей. Вылезают худшие черты характера, когда физически нет денег, когда нечем кормить детей, а зуб болит. А юридическая тяжба есть, и нужно кому-то идти, когда советоваться. И вот в этих ситуациях люди демонстрируют чудеса неадекватности. Не потому, что они плохие, не потому, что не ту страну назвали Гондурасом, а потому, что реально падает и без того ничтожный уровень жизни.
это та проблема, которую государство не хочет видеть в упор. Она не решается раздачей денег, она не решается благотворительностью. Если вам дать 100 рублей, то значит, что через 2 года придется делать революцию. Потому что потом вы попросите 200, потом вы попросите 300. Вам нужно дать работу. А не рыбу, а удочку, чтобы эту рыбу поймать. Старая вьетнамская притча, ее все повторяют с 91 года, она уже, от нее уже болят зубы, сводят скулы. Вот. Но тем не менее, это правда. То, что истина банальна, они перестают быть истиной. И все великие истины банальны. Потому что за последние тысячи лет они повторяются бесконечно, и люди все равно поступают наперекор. Наше государство должно очень четко признать, что у социализма есть объективные границы. Это реальный прожиточный минимум. Вот каждый человек должен иметь реальный прожиточный минимум, потому что он человек. Он не должен умирать от голода и болезней, медленно и мучительно, как в концлагере. У нас таких больше 10%. Если у человека есть дети, он должен иметь социальный минимум для того, чтобы его дети имели возможность, не обязательно, но хотя бы возможность, вырасти нормальными членами общества, а не озлобленные на все под заборной шпаной. Другой минимум, но все равно минимум миниморум, которому невозможно завидовать, которого боишься. Но человек имеет право на существование, право на жизнь. Государство должно гарантировать ему это право на жизнь. Цена вопроса 600 миллиардов рублей в год. Это немного. Даже с учетом того, что придется повышать нынешний заниженный прожиточный минимум. Это немного. И инфраструктура раздачи этих денег есть. Но все, что сверху этого, это нужно создавать рабочие места. Как создавать? Элементарно. Модернизировать инфраструктуру. Инфраструктура уникальная штука. Вкладывает деньги один, а выгода достается всем. Поэтому частный бизнес, за редчайшими исключениями типа мобильной связи, не может в нее вкладывать. Ну, интернета тоже. Не может в нее вкладывать. Нерентабельно. Он не соберет деньги обратно. Платные дороги, плата за дороги идет только на поддержание этих дорог, на текущий ремонт. Как только вы пытаетесь окупить расходы на строительство, вы делаете запретительно высокие цены, вы блокируете развитие экономики. Мы это уже проходим сейчас в нашей стране. Значит, модернизировать инфраструктуру может только государство. В связи с Крымом возникла робкая надежда, что государство возьмется за это дело. Но, увы, было обсуждение после того, как Медведев замечательно пока проявил себя как, с моей точки зрения, деятель современного искусства, который может создать реальную конкуренцию Марату Гельману и реальную конкуренцию со временем, это мое оценочное суждение, даже пусть Райт. Вот он проявился как деятель современного искусства в классическом выражении, в смысле этого слова. Во время выступления в Государственной Думе, я уж не буду цитировать, чтобы не позорить человека. Да? Но после этого президента Путина прошло знаменитое ночное совещание, где обсуждалась инициатива верного Гайдара Цулюкаева. Верный Гайдарович Цулюкаев, абсолютный либерал, увидел, что экономический рост сокращается. Официально, если все остается как есть, в этом году он составит 0,5%. А понятно, что он составит не 0,5%. Это в прошлом году он сократился с 3,4% до 1,3%. Даже с учетом эффекта девальвации, о котором мы говорим, о котором мы так рады, мы перейдем в экономический спад при прочих равных условиях уже в этом году. А мы перейдем на небольшой перерыв, и про инициативу Улюкаева загадочную вы расскажете нам через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды». Итак, Михаил Геннадьевич, что это за инициатива Улюкаева на ночном совещании Путина? И господин Улюкаев увидел, что в этом году, при прочих равных условиях, по сегодняшней либеральной социально-экономической политике, у нас начнется нарастающий экономический спад. Кто у нас отвечает за экономический спад? Минэкономразвития. И крайним за это будет назначен он, Улюкаев. Это по нему будут ходить ногами. И кричать, смотрите, он не справился, смотрите, он плохой. А, он у Гайдара работал. А ту его. Пятая колонна. Да. Улюкаев это примерно понял. И интересы самосохранения, это прекрасная особенность человека, ну, как и любого другого животного, даже не обязательно социального, интересы самосохранения превысили и сломали его либеральную идеологию, которая вредит России.
И либерал Улюкаев сказал: коллеги, а вы знаете? Но он сказал то, что знает любой человек, который раз в полгода забредает на сайт Минфина. Но поскольку у нас не все члены правительства, включая, как я подозреваю, министра финансов, забредают на этот сайт, они этого не знают. Они думают, что в бюджете катастрофически не хватает денег. А бюджет на самом деле захлебывается денег, не знает, куда их девать. В первом квартале этого года у нас профицит был, у нас бюджет профицитен, при том, что по плану должен быть дефицитен. И при этом еще почти триллион рублей в нем заморожено неиспользуемых средств за первый квартал. И всего неиспользуемых средств более 7,5 триллиона рублей. Это 6,5 месяцев можно не тратить, можно вообще не собирать налоги и таможенные платежи. Вот, то есть бюджет захлебывается от денег. И господин Улюкаев говорит: простите, пожалуйста, вот вы знаете, у нас за январь и февраль дополнительных доходов от ослабления рубля 543 миллиарда, а до конца года этих дополнительных доходов будет 900 миллиардов. Давайте мы смягчим удавку Кудрина на шее российской экономики. Ну, он не говорил про это. Ну, он, естественно, таких слов он не говорил. Он говорит: давайте мы смягчим бюджетное правило. Это политкорректное наименование удавки Кудрина. Давайте мы смягчим бюджетное правило, и 900 миллиардов рублей мы получим от за 11 год дополнительных доходов от ослабления рубля. Из них 543 уже получили. И мы получим еще 3 с лишним триллиона рублей за счет ослабления удавки Кудрина. Всего за 3,5 года мы получим 4,15 триллиона рублей дополнительных доходов. И 3,5 триллиона из них давайте потратим на развитие. Давайте направим на модернизацию инфраструктуры, на восстановление Крыма, хотя на это на самом деле есть деньги, на развитие регионов. Ну, там были всякие глупости, типа инновационного предпринимательства по 20 миллиардов в год. Ну, понятно, что, ну как же без глупостей это обойтись, Минэкономразвитие все-таки. Вот, но идея была абсолютно правильная. Он выступил, и вот на ночном совещании у Кудрина эта тема обсуждала. У Путина, да. А там, значит, был Улюкаев, на его стороне был бывший министр экономики, его предшественник на этой должности, нынешний помощник Путина по экономике, лучший макроэкономист Российской Федерации Андрей Ремович Белоусов. Мне сказали, что я делаю человеку, создаю человеку, так сказать, сложности лишние, называя его фамилию, но когда мне говорят, что я всех ругаю и не называю хороших людей, кроме Глазьева, дайте вам хорошего второго человека, коллеги, но третьего я называть не буду. Меня уже обвиняют, что я порчу людям жизнь. Не буду называть третьего и сотого тоже не буду. Кушайте, что дают. Вот. Лучший макроэкономист России, я говорю как макроэкономист, как специалист в этой сфере. Вот. Против них была вся либеральная... Но не будем говорить шобла, не будем говорить свора, не будем говорить стая. Мы не будем все это говорить. Все многоуважаемые либеральные экономисты, которые управляют социальной, да, якобы экономисты, которые управляют социально-экономической политикой России, был господин Медведев. Ну и на усиление им был придан якобы частный эксперт господин Кудрин. Ну и не удалось убедить руководство нашей страны в том, что господин Улюкаев в данном редком случае прав. Вот я могу сказать, что я не люблю Гайдара и считаю министра Улюкаева большим несчастьем для нашей страны, то, что он стал министром. Но в данном случае большое несчастье, с моей точки зрения, для нашей страны министр экономики Улюкаев сделал все правильно. И он прав. А другие люди, которые протестовали против него, в том числе мной уважаемый министр финансов Силуанов, который профессиональный бухгалтер, он... Можно обсуждать, какой он министр финансов, но как бухгалтер он вполне профессионален. И при нормальном вице-премьере над собой он был бы хорошим министром финансов. Вот. Они продавили. И у нас не будет смягчения бюджетного правила. У нас продолжается политика целенаправленного отказа от развития Российской Федерации. И я могу сказать одно. Дорогие друзья, есть логика бюрократических процессов. У любого процесса есть своя технология. Если вы выйдете и скажете: волны Красного моря, расступитесь. Ну, один раз в истории такое было. Подозреваю, что второй раз, может быть, тоже когда-нибудь будет. Но нам с вами рассчитывать на это не стоит. Выйти и сказать: солнышко, остановись в небе. Тоже, говорят, было, но рассчитывать на это не стоит. Любой процесс имеет свою инерцию, свою внутреннюю процедуру. Если мы хотим, чтобы в 2015 году наша страна развивалась, а не продолжила стагнацию разрушения, бюджет на 2015 год должен быть не стандартным либеральным бюджетом разграбления и разрушения страны, а он должен быть бюджетом развития.
Последний момент, когда его можно начать править, чтобы успеть. Да, в режиме аврала, в режиме ошибок, в режиме суеты и нервных срывов, это 1 ноября. Обычно, вообще-то, к этой дате уже должен быть принят, утвержден Госдумой. Ничего, можно оформлять поправки. Важно, чтобы к 1 января были хотя бы наметки нового исполнения. И хотя бы чрезвычайный закон, пусть даже принятый в ночь на 10 января, во время завершения каникул, это не важно. Важно, что нужно исполнять закон с самого начала уже по-другому. Это значит, что работа должна начаться 1 ноября. А дальше простая логика. Есть люди, которые не умеют быть хорошими музыкантами. Есть люди, которые прекрасные воры, но никудышные строители. Есть люди, которые великолепные поэты, но плохие слесари-водопроводчики. Есть люди, которые гениальные токари и при этом никудышные фрезеровщики. Вот замена людей, которые не способны обеспечивать развитие страны, на людей, которые могут обеспечивать его развитие, она называется оздоровление правительства. Частичная замена кадров, с моей точки зрения. Но понятно, что когда вы частично заменяете кадр, эти кадры еще месяц после этого тратят на то, чтобы, познакомиться друг с другом, познакомиться со своими подчиненными, объяснить своим подчиненным, что, мужики, я действительно хочу развития, и действительно мы будем это делать. Кому не нравится, кто не может, прошу, дверь вон там. Это не пиар, это не разговор, это не вранье, это правда. Давайте работать. На это требуется минимум месяц. Люди несовершенны. Люди делают ошибки. У людей есть амбиции, фанаберия, самолюбие. Люди не умеют общаться друг с другом. Мы не умеем, я сужу по вашим комментариям, дорогие коллеги, к моим видеороликам, мы не умеем объяснять свои мысли так, чтобы было понятно с первого, а иногда и с 10 раза. Поэтому месяц на притирку новых членов правительства. Это значит, переводим на русский язык, что времени жизни нам отмерено в этом режиме до 1 октября. Если до 1 октября нынешнее замечательное правительство, нынешний чудесный Банк России не будут оздоровлены на кадровом уровне, или если их политика драматическим образом не поменяется, я злой человек. Я не мог себе представить, что Улюкаев выступит за развитие против уничтожения страны. А он выступит. Может, я в отношении других тоже так же ошибаюсь. Уже на завтра Медведев войдет в историю как аналог грузинского Давида Строителя. Почему нет? Люди лучше, чем мы о них думаем. По крайней мере, чем я о них думаю. Но до 1 октября изменения, кадровые или содержательные, должно случиться, и оно должно быть принципиально. Если оно не случится, 15-й год будет годом хаоса. Это будет годом хаоса и в результате перехода в самых неподходящих обстоятельствах от разрушения к развитию. Или это будет годом хаоса, который будет вызван тем, что экономический спад начнется, станет очевидным для всех, будет катастрофически нарастать, и с ним будут бороться рецептами 90-го года, гася костер бензином. Так или иначе, у нас дедлайн 1 октября. Люди, которым предстоит принимать решение, этого еще не понимают. Думаю, что до них это дойдет, как положено, где-нибудь в середине августа. Но мы с вами должны очень четко понимать, что если после 1 октября никаких изменений не произойдет, то мы должны будем закупать не только редкие лекарства, следя за их сроком годности, но и тушенку, мыло, спички и, кто умный, патроны. А мы должны завершать программу. Наше время истекло. Час Делягина закончился. Удачи, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо. У нас есть время. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».